Проверяем приехавшее ко мне железо. Первым делом материнская плата с процессором VIA-C3. 370-й сокет. Довольно-таки редкий процессор. Попробуем сейчас эту материнку включить. Весь предыдущий вечер я занимался тем, что менял на ней конденсаторы. Если посмотреть, здесь часть конденсаторов была выдрана, а часть сдувшаяся. Здесь сейчас воткнуты конденсаторы 4 разных фирм, потому что я, грубо говоря, соскреб оставшиеся конденсаторы по сусекам. Я смогу защелкнуть этот радиатор одной рукой или нет? Похоже, нет. Ладно, подожду. Здесь тоже некоторые конденсаторы отличаются. Единственные 2 конденсатора на материнке, которые я не заменил, вот эти, потому что нужного номинала у меня не нашлось. Все остальное, да, еще вот этот не заменен. Вот эти все мелкие конденсаторы, все перепаяны, потому что они были вздувшиеся. Заработает ли материнская плата с таким странным сочетанием конденсаторов, у которых явно разные ESR и другие параметры, несмотря на то, что они все одного номинала. Посмотрим. Я оптимистичен. Поставил 64 мегабайта оперативной памяти из той материнской платы, которую я хочу закопать. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Если с этой памятью что-то случится, ничего страшного. Насчет закапывания же, этот компьютер промучил меня ровно достаточное количество времени, чтобы температура упала в районе нуля или даже ниже. Всю прошлую неделю она держалась, так что закопать этот компьютер не получится, поэтому его ждет нечто более страшное, чем смерть. Разбор на запчасти. Это видео должно было выйти на Хэллоуин, но по причинам доставки почты задержалось. Ну что ж, включаем это чудовище Франкенштейна. Пока ничего, да? Включил я его или выключил? Выключил. Питание воткнуто. Попробуем найти кнопку включения. Сразу же. Так, это уже неплохо. Есть. Отлично. VIA-C3 600. 600. По-моему, там 800-й процессор. 64 мегабайта памяти. SPD. Понятия не имею, что это значит. Наверняка кто-нибудь в комментариях обязательно напишет. Ну и все остальное. Типа, сброшен CMOS, перенастрой меня. Так. Что все-таки это за процессор? 800, а, или это шестерка? Однозначно восьмерка, значит, надо будет настраивать, если эта материнская плата вообще такой мощный процессор поддерживает. Материнских плат, поддерживающих VIA-C3, гораздо меньше, чем можно подумать. То есть для их поддержки требуются определенные прошивки BIOS-а. Список этих материнских плат довольно короткий, именно поэтому я восстановил конкретно эту материнку, несмотря на то, что на ней нет GP. Потому что у меня не нашлось, несмотря на то, что у меня большое количество плат на 370-м сокете, ни одной совместимой с этим процессором, кроме этой. Но я и так собирался на этой плате что-то собирать, поэтому очень даже неплохо, что она заработала. Переходим к проверке видеокарт. Для этого я достал другой, не особенно нужный компьютер. Резаная асусовская материнская плата. GP присутствует, поэтому начнем тестировать с вот этой вот видеокарты. Самой старой из кучи карточек, которые ко мне попали. Насколько я могу судить, это что-то типа RIVA TNT 2.
Riva Vanta или Riva TNT 264 или еще что-то подобное. Причем, по-моему, в предыдущем видео я наоборот сказал, что это самая новая из этих видеокарт, которые ко мне попали, это меня просто переглючило. Обидно, что время от времени случаются оговорки, но так как все видео было снято одним дублем и повторно заново с нуля распаковать ту же самую коробку и снова увидеть тот же самый процессор и выразить те же самые эмоции невозможно, переснимать это видео я, естественно, не стал. Посмотрим, заработает ли эта штука. Осталось подключить клавиатуру на всякий случай. Питание есть. Power button должен быть где-то здесь. Добавил вентилятор, он немножечко дребезжит, но по крайней мере охлаждение есть. Так, не успел прочитать. Celeron. Copyright TNT 2. Ага. Угадал. Угадал. Ладно. Одна живая видеокарта уже есть. И я планирую ее переставлять в 300-й Celeron, который я собирал пару видео назад. Он у меня сейчас находится вот здесь, на полу. В нем сейчас стоит GeForce 3 MX 440. GeForce 4 MX 440. Я поставлю сюда более подходящую по времени видеокарту. Потому что, к сожалению, эту машину не удалось нормально оверклокнуть, как я этого хотел. Она просто не работает стабильно с частотой шины 100 МГц, которая, соответственно, разгоняет процессор с 300 до 450 МГц, то есть в полтора раза. И она даже не работает стабильно на 90 МГц. Поэтому снимать второе видео про этот компьютер я, к сожалению, не стал. Ну, ничего страшного, небольшая потеря, я думаю. Конечно, это было бы интересное видео, но то видео, которое я снимаю сейчас, думаю, еще более интересное. Что это у нас такое за видюха? Что-то, да, GeForce 100. По-моему, на кристалле, до того, как я надел на него вот этот гигантский радиатор, было написано GeForce 2 MX200. Насколько она живая, неизвестно, но я уже нашел к ней заглушку. Явно гораздо более продвинутые видеокарты. Посмотрим, заведется ли она. Это не очень хорошо. Здесь нет защелки, которая держала бы видеокарту в слоте. И это довольно плохо. У меня были случаи со смертью видеокарты из-за того, что она выпала на ходу из компьютера. Более того, при этом умерла не сколько видюха, сколько весь комп. Даже память сгорела. Не говоря уже о материнской плате. Ну, рискнем. Угу. 32 мегабайта, это все, что я успел прочитать. Немножечко нехорошо откалиброван монитор GeForce MX400-200. То есть это прошивка сама не знает для чего она. Она слишком универсальная, чтоб по ней можно было сказать, что же это собственно за карточка. Но насколько я помню, это MX200. Ладно. Видюха номер 2 переходит в копилку. Так, что это у нас следующее? Радиатора нет. И насколько я могу прочитать, NVIDIA GeForce 256. Почему-то я думал, что это тире, но если поскрести его ногтем сильнее, это GeForce 256. То есть это у нас все то, что было перед GeForce 2. Между GeForce 2 и Riva TNT 2. Сейчас добавлю какой-нибудь радиатор и попробую это включить. К сожалению, не нашел ни одного радиатора с подходящими креплениями, не считая радиатора в этой материнской плате. Как видно, крепления по диагонали. Здесь они не по диагонали. И к
край радиатора мешает надеть на видеокарту, на всех остальных. Почему-то у меня большое количество радиаторов от материнских планок, плат фирмы ChainTech. Насколько я помню, это, эти материнки славились дерьмовыми конденсаторами. По крайней мере, те, которые попадали ко мне. И вот такая вот совсем смешная вещица от GeForce 2. Наверное, попробую этот радиатор, буду его просто держать рукой в момент включения, а потом, если что, приклею там на момент или на что-то подобное. Термопаста КПТ-8. Так, попробуем это провернуть. Есть. Ну что ж, я могу сказать, что даже не будь у меня в этой коробке, из которой приходят эти комплектующие процессора, стоящего раз эдак в 20 дороже, чем стоимость всех комплектующих, ну, то, что я заплатил за всю коробку, даже не будь там этого редкого процессора с тремя живыми видеокартами, покупка кучи компьютерного лома за 300 рублей уже явно себя окупила. Попробуем последнюю видюху, где она у меня тут лежит. Сейчас, секундочку. Еще одна GeForce 4 MX440. Довольно бесполезная карточка, но почему бы и нет. Попробуем надеть на нее очередной радиатор. Этот радиатор на нее тоже так и не оделся. Ну, никак не совпадает. Упирается вот в этот радиатор. И, в принципе, в GP-порт тоже, если его сюда втиснуть. Так, попробуем. Угу. Пока 4 из 4. Неплохо. Мне надо будет найти радиаторы как минимум для двух. Или приклеить эти. Но в остальном это живые видеокарты. Что еще у меня здесь осталось? Целая гора сетевых карт. TV-тюнер. Куча диалаповских модемов, которые пойдут на Raspi. И вот это вот хреновина. Что это у нас такое? Гигабайт N610 NVIDIA 600. Я не разбираюсь в видеокартах позднее от GP, если честно. Поэтому если я ее неправильно называю, то как бы извиняйте. Попробовать проверить ее. Опять же, здесь вентилятор аж с тремя. Если это вообще разъем для вентилятора, если вентилятор не втыкался куда-то в другое место. У меня даже не найдется подобных вентиляторов, и, может быть, без вентилятора эта видюха не захочет включаться, как некоторые материнские платы. Но посмотрим. Сейчас попробую найти что-нибудь с PCI-Express. Это может быть проблемой. Повезло, у меня в коллекции обнаружилось вот это. Древний комп на 775-м сокете, Celeron D. Попробуем, заведется ли он с этой видюхой. Судя по всему, ответ нет. Ну да, встроенное видео. Не особенно было нужно, если честно. Хотя, конечно, встроить сюда видюху, предположительно поддерживающую HD-видео, было бы неплохо. Ну, что я могу сказать? Ретро-компьютеры победили старые компьютеры по количеству рабочих комплектующих. Спасибо за просмотр. Что-то дальше буду собирать из этих деталей, я уже в следующем видео. Думаю, что выложу его буквально завтра, потому что ко мне должны приехать еще парочка интересных материнских плат. Посмотрим, что я смогу с ними сделать и будут ли они рабочие. Поживем, увидим. А пока спасибо.